Одно з заданняў для каманд класічнае баявое разгортванне на хуткасць. Юным выратавальнікам трэба апрануць спецыяльнае адзенне, падрыхтаваць рукавы да работы і затушыць імітацыю пажару. Напрыклад, вынік мсціслаўскай каманды 2:32. А гэта нарматыў нават прафесійных выратавальнікаў. Это неплохой результат. Но мы на национальном этапе лучше сделали. Сколько? Мы сделали 2:26, а здесь 2:32. Эти знания, как пригодятся в жизни уже после школы? Не, ну, если брать вообще в общем, то медицинская помощь, первая медицинская помощь – это очень важная вещь. Как, ну, если, например, плохо человеку, как мы будем, что мы будем делать? Потом, если, например, пожар вдруг, да, приехали пожарные, это может помочь, что разветвление соединить или помочь там что-то, чтобы быстрее все получилось. Каждые секунды важны при потушении пожара. У другім этапе маладым выратавальнікам трэба было аказаць першую меддапамогу двум пацярпелым. Па умовах у аднаго з іх аказалась адсечана канечнасць. Другі атрымаў электратраўму, а значыць адсутнічаў пульс і дыханне. Вначале нужно проверить пульс, если он там реакцию зрачков на свет. После нужно посмотреть ротовую полость, если ну, она загрязнена, то очистить ее. После нужно проводить сердечно-легочную реанимацию. Если проводит два человека, то 2:30 проводится она. Вам когда-нибудь приходилось реанимировать человека? Нет. К счастью, нет. Надеюсь, не придется. В этом году мы немножко изменили формат проведения слета юноспасателей пожарных. У нас проводились районные этапы, зональные этапы и областной этап. В этом году сотни детей прошли обучение по основам безопасности жизнедеятельности и показали свои знания и умения на этих этапах. Естественно, областной этап собрал самых сильных. Слет у нас проводится в течение 2 дней. Дети не только покажут свои знания и умения, но и отдохнут и познакомятся друг с другом. По выниках спаборництва у лепшей в области стала команда «Лайф» из Могилевского района. А праз некалькі тыдняў вызначить и лепших удельников для республиканского взлету. Там Могилевскую область представит сборная команда. Катерина Балукова, Миколай Соболев, новины региона. 2:36.